Бибарысу 0-3-1-6. Контрвыпад хозяев. Идет обоюда. Острая игра. Каролинский. Падает Евгений Каролинский. Виной тому и неточной передачи. Горняк. И все-таки открывает счет. Это Дружина. Бросок от защитника. Добивание. Шайба выше ворот пролетает. И на пятачке заметалась. Еще один бросок. Вот таких опасных атаках Горняка заканчивается период под номером 2. То есть команда играет с акцентом на именно атаку. И как Боровков прорывался и переводил шайбу на пятачок. Синтюшкин. Шайбу подбирает. И оказывается под прессингом сразу двух игроков. Бросок Синтюшкина. Какой совершил рейд Денис Синтюшкин. Сергей Завгородний. И приходится возвращаться назад, так как Шубович бросок. И как же не сумел добить пустую. Вновь шайбой Павел Жилин. Красавин. Подолгу разыгрывает шайбу в зоне Алтай-Торпеда. Бросок. И все-таки попадает в ближнюю девятку Павел Жилин. Шестаков на пятачок смещается и отложенный штраф. Угодил он в заградительное стекло. А тут атака была Максима Грязнова. И вот она возможность. Боровков. Передача и шайба ворота. Рикошетом от конька игрока Горняка все-таки она оказалась во владениях. Удержал Хришпин шайбу в зоне. А Сивидов недоволен, но подсказывает, что нужно уже меняться. 20 секунд. И вот возможность. Бросок. Мимо. Там падает один из игроков Горняка. Возможность вот такая появляется. И все-таки звучит сирена. Хотя вместе с ней могли затолкать шайбу в ворота. Однако со счетом 2-1 Горняк сумел одержать победу.